Далее, здесь уже вот кодом надо писать. Ну, это хорошо. Вот, и на нем хорошо отрабатывается объектно-ориентированное программирование. Вот процессинг, да? Так, да, тест ставлю. Он не устанавливается, просто его берем, вот так распаковываем. Просто работаем. Да. Так. И его запускаем. Именно третий важно. Не четвертый, а третий. А? Угу. Он изначально написан на Java. И для вот, языка Java-образного. Но потом добавили в него вот. Это оттуда же, откуда и OpenVentor, Массачусетский технологический институт. И получается, добавили сюда еще режим питона. Сейчас я покажу, как режим питона включить. Вот здесь Java. Здесь нажать. Add mode. Видно, да? И вот здесь. А вот Python mode for processing, да? Вот этот можно установить. Install. Install, да. Все элементарно. Получается. И потом он. Сейчас он скачивается. Устанавливается. И сейчас вот есть. Напишем, если Python mode for processing. Так. Здесь есть примеры, да? Вот экзамплы, да? А вот здесь хорошо поработать теперь с англоязычной. На русский не переведен. Можно переводчиком воспользоваться. Так. Examples, да? Ну, лучше вот читать. Так, а файл examples. В нем самом примере, оказывается, есть, да? Так. Так. Processing. Так. Сейчас он ставится. Processing. Вот. В нем самом много примеров есть. Можно их запускать, смотреть, вот. Ковыряться. И есть примеры для процессинга на этом, на Java, да? Mm-hmm. YouTube, если зайдем. Так. Learn processing, да? Здесь тоже туториалы. Ну, примерно вот что в Java, что и в этом. Похоже, просто стиль у него будет свой. Можно вот с Java примерами поработать и переписать их на Python. Вот здесь, если вот files, playlist сделать. Русскоязычных материалов по нему почти нету. Хотя очень интересная вещь, да? Процессинг. Mm-hmm. Вот. Ну, с англоязычными теперь надо вот тоже привыкать к ним, потому что вначале все на английском же выходит. На русский переведут тогда, когда это уже никому не интересно. Так, здесь ошибка у меня вышла, но попробуйте еще раз, хорошо? Mm-hmm. И тут есть вот в нем, если зайти, примеры. Сейчас и вот Java примеры эти можно посмотреть. Так, Demos, да, Graphics. Вот так запускается. Это вот как в этом, в колоботе, да? Там в колоботе же тоже на Java. Похожий на Java язык, так. Так. Что здесь?
Planets, попробуем запустить. Так. Может быть, из-за настроек этого компьютера он не запускается. В общем, попробуйте, хорошо? Процессинг. Такой он легко ставится. Вот Python мод установить у него. На другом компьютере у меня запустился. Пример тоже запустились. В этом компьютере ограничения по этому установлены. Из-за этих ограничений, наверное, не срабатывает. Окей? Да, попробуем.